ясно, что можно с ними сотворить. По-моему, еще вот здесь я не бывал. Вот в этом странном монстре, да. А, давайте для начала попробуем понять, что нам мешает. Мешают, как и ожидалось, вот эти вот странные... А, я, кажется, понял. Мы тянем одну, вытягиваем одну, другая стягивается. Нет, это слишком высоко все еще. Так, теперь третью нужно как-то уменьшить. Третью уменьшает вот это. Но они никто не может достать, кроме вот этой. Это вообще ни на что не влияет. Так, теперь четвертая нам все портит. Вторая и третья взаимосвязаны. При этом вот это уменьшает сразу две. Это вообще ни на что не действует. Действует только на нее. Действует на нее причем вторая. Вот так не пройдем. Но это тянуть вообще бесполезно, ребят. Но вы там не спойлерите в чате, потому что, честно говоря, я даже сейчас боюсь читать чат, потому что вы мне сейчас... О! А, понятно. То есть вот эти вот две взаимосвязаны. Как и вот эти две. Они просто опускают те, которые рядом с ними. Да ладно, вот это вот, например... Вот это тут точно так вот это связано. Это, видите, не опустило вот это, поэтому это так все-таки не работает немножко. Если бы они опускали две, которые рядом с ними, то вот это должна была бы опустить вот эту, но это так не работает, как я уже сказал. Две тоже взаимосвязаны. Эти две вообще ни на что не влияют. Почему не тянешь правую? Ну вот эту я тяну, но она влияет только вот на эту. Она не влияет больше ни на какую. Я могу все вот их вытянуть вверх, но это больше ни на какую не повлияет. Можем, конечно, попробовать еще разок. Например, повлияет ли вот это? Не повлияет, видите?
А было близко. Вот эту тянет вот эту, кажется. Нет, не это. Вот эту значит тянет. Нет, не эту тоже. А, вот эту тянет. Нет. Ну сейчас меня вот это достанет. Точняк. Так, вытяни. Чё там? Ладно, я не хочу читать даже эту самую подсказку. Не буду, не буду, я сам справлюсь. Это не только это. Ты же сделал это уже почти, сделал это почти. Что сделал? Что сделал? Я ничего не понял, что я сделал. Доброй ночи, Влад. Привет еще раз всем, кто смотрит, как мы заканчиваем ботанику. Что вы фейспалмите? Я правда не понял, что пропустил. Сейчас разберемся. Слушай, Серж, попробуй всех поднять, а не опустить. Влад, ты ж только пришел. Как ты можешь знать, что нужно сделать? Попробуй всех поднять, а не опустить. Нельзя их всех поднять. Я на Твиче смотрю все, вот ну что. Но на Твиче чат у меня не знаю, почему не обновляется. Может он просто, конечно, никто уже не пишет. Давай. О! Опа-на! Хе-хе-хе. А вы говорите. Снова фейл. Никакого фейла. Все у Сержа получилось. И что теперь? Теперь осталось только на дно. Ух ты! Сколько зубьев-то! А ну не трожь! As was promised! Пророчество исполнилось! Великая луковица победила страшного паука, вернула жизнь в деревню. Привет, друзья! Что это с палкой? А, палка проковыряла лунку для новой посадки. Thank you.
Офигеть, а дерево оккупировали, друзья вот этой вот нашей мухи, цокотухи. А нет, гриб тоже постарался. И что, и все хотят на дерево? Для этого дерева придется вырасти немножко все-таки. Новое дерево! Этот парень на своей ноге продолжает кататься. Та-дам! Ну что ж, дорогие друзья, это успех. Я не ожидал, честно говоря, что удастся сегодня ботаникулы пройти. Вот. Но очень рад, потому что на следующих выходных меня не будет. Я уезжаю в гости к друзьям, устрою себе небольшой отпуск. Тут как раз в Америке праздники начинаются. 4-го будет День независимости, кажется. Вот. Так что очень хорошо, что мы сумели пройти это сегодня. А это что? Мне предлагают выбрать что-то. Кубок. Шикарно. Так, а здесь что? А зачем они за грибом гоняются? У них и так свой есть. Я же сказал, у них свой есть. Но на этом вроде как игра действительно закончена. Поэтому на сегодня я говорю всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Если вам понравилось, то приходите еще. Буду всем рад. Анонс на следующий стрим, соответственно, можете читать в Твиттере, кому интересно. Вот. Ну а пока. Всем пока. Грибы у них определенно были. И не говорите.